Значит, вот смотрите, как бы документы, да, open, документы он для офиса. Да. Хорошо, а это все веб-версия, она на как данный вкладки. Момент, то, что вы сейчас видите, это серверная версия, вот она у нас даже вместе с коробочкой может поставляться отдельно. У нас есть версия Enterprise платная, есть версия open source, 100% бесплатная, но сами понимаете, что там техподдержки с нашей стороны не будет. То есть, если у вас есть ресурсы, если у вас есть специалисты, которые могут на Linux развернуть эту версию, не проблема, можете ставить и использовать бесплатно. Есть версия. Вот здесь в данном случае облачная. Сервер. Как коробочное решение, да, то есть я прихожу, покупаю. Вот сколько стоит с установленным ПО там внутри вместе с железкой? Ну, смотрите, железка, я вот, к сожалению, то есть так не продаете, не могу сказать, да? Нет, вы так можете продать. Ну, то есть если вам ну, будет нужно. Это в прайс-листе уже есть? Нету пока, да? Нет, железка у нас сейчас, мы только выпустили вот эту версию, все, поэтому ладно. У нас сейчас на запросы на предпродажу. Ну, понятно, железка вот, плюс софт. Да, то но есть железка, цену посчитать и будет. Говорят, что вот это вот от 500 стоит. Ну, я просто не буду говорить, я не тех-специалист, а вообще железка подбирается под ваши потребности, соответственно, понятно. Сколько человек вам надо служить, вот это вот на 100 человек хватает. Да. И плюс еще сам софт где-то получается $1 в месяц за курс. То есть ага. Там уже их покупаете подписку. В данном ага. Случае, да? Как, да, вам, да, вам да. Ну, как в аренду, да? Вы активируете, да, а саму железку, естественно, покупаете, она уже у себя остается. Угу. Можно очень на ваш хорошо. Сервер поставить. Это тоже такой вариант поставить. Понятно, да. На Linux, да, устанавливается? Ну, у нас есть и для Windows версия, но мы вообще, да, мы делаем упор на Linux, потому что, опять же, это... Open source. Windows, да, это open source, во-первых, ну во-вторых, это отсутствие надежности. Проблем лицензирования, Linux тоже бесплатный, ну да. И в общем, да. Да и по надежности, и по тоже надежности, непонятно, да. Какие там закладки, да, установили, когда open source, все-таки там понятно. А, хорошо, значит, про коллаборативные системы, когда каждый человек может назначить задачу и, собственно, даже можно безответственного указать. Ну, да, смотрите, сказали. Да, то есть, смотрите. Получается, ответственного можно назначать или ответственный может сам потом? Да, ответственный может сам. То есть человек может, если задача безответственного, то можно назначить и потом, естественно, потому что вот, пожалуйста. То есть и так, и так? И так, и так, и он может сам взять на себя задачу. Потому mm-hmm. что, вот, например, ну, так, Станислав Кузлев. Ну, несущественно. Ну, да. Понятно, можно. То есть можно хорошо. Взять на себя, можно поставить приоритет. Есть диаграмма Ганта. Ну, да. Ну, понятно. Это как отдельный модуль подключается или сразу в коробке? Вот, здесь в коробке все это все есть, но вы можете в случае, если вам какой-то модуль нужен, отключить. Вот эта настройка все легко делается. Вот здесь. Вот модули и инструменты. То есть вот видите, вот эти вот модули, вы, соответственно, галочки ставите, здесь ничего особо разбираться ни в чем не надо, галочки снимаете, можно также модуль как бы основной выделить, который будет у нас это документ, вы можете, в зависимости от того, если вы продажами занимаетесь, можете CRM поставить. Так. CRM, получается, управление, то есть это база данных, ну как 1С, да, то есть там можно и счета хранить, да? Там можно и счета бухгалтерию хранить, всю историю. Можно? Ну, с бухгалтерией у нас интеграция, там, потому что некоторые с банковскими системами интеграцию спрашивают. Хорошо, не а я спрошу так, значит, бухгалтерию, та, которая не зарегулирована, это для потребительских обществ, там внутренняя бухгалтерия, когда... Есть, условно говоря, члены клуба, да, члены общества, и они обмениваются между собой внутри. То есть это не купля-продажа, она не регулируется законодательством, и просто человек передает другому человеку, и надо это зафиксировать. Вот это возможно здесь? Ну, то есть это как-то автоматически должно из какой-то другой системы подкачивать, нет. Потому что вы можете с помощью... Вы можете историю сюда прилагать, документы, прилагать счета, можно выставлять вот здесь. Счета, они предполагают куплю-продажу. А здесь же идет речь о том, что передача. То есть это товарная накладная, с одной стороны, и с другой стороны это передача пая.
DeFi – это, ну, условно говоря, внутренняя валюта. Когда один человек внес свой пай там условно на 10 тысяч, другой внес там мешок картошки, который оценили там, не знаю, 1000. Ну, и смотрите, вот, соответственно, они обменялись. Один рубли передал, другой передал картошку. Все, товарная накладная ушла, а человек ее принял, галочку поставил, а тот, соответственно, принял деньги, галочку поставил, сделка совершена. Ну вот, можно такое? Вот, то есть я так поняла, чтобы фиксировать непосредственно между участниками, да, ЦРМ. Да. Ну, то знаете, таких запросов у нас до сих пор не было, и поэтому, ну, я вот могу как бы такой выход сделать, то, что предложить такой выход, что прилагать информацию об этом, обо всем. Угу. Да, вот потому что здесь можно приложить все, и документацию можно прилагать. Хорошо. И так, историю переписки. ЦРМ. Вот здесь вот можно прямо писать, что происходило. Если есть какие-то, это как-то фиксировалось в письмах, угу, то, соответственно, это тоже в почте будет прослеживаться прямо вот отсюда, из ЦРМ-системы, посмотреть историю переписки. И если это есть, то... Ну, то есть тут оно, скорее оно, про... то есть в автоматическом вот так вот режиме, как, допустим, он отослал, он получил, там какие-то галочки поставили, чтобы это вот сюда выгрузилось, так, конечно, у нас такого нет, потому что, ну, вот, честно говоря, я такого... То есть, ну, это ЦРМ – это система управления consumers продажами. Менеджер с клиентом. Хорошо. Да. Есть ERP – это внутренняя система предприятия, да? Есть еще там много разных, и одна из – это, ну, вот эта бухгалтерия такая. В том числе существуют, опять же, системы внутренние, которые пишутся как угодно, кем угодно, для чего угодно. Но в данном случае необходимо такой модуль, который позволил бы участникам внутри компании обмениваться между собой любыми ресурсами. Там, не знаю, хлеб, молоко, лайки, там, что угодно, да? Рубли, доллары. Значит, на данный момент нормального решения open-source его не существует. А на рынке существует сейчас востребованность. Она заключается в том, что вот этот экономический кризис, так вот, я без камеры это буду рассказывать,